Ну вот мы выдвинулись по тропе. А цена билета стоит 30 рублей. Для школьников 50% скидка еще. И платная стоянка 25 рублей. То есть не так много оказалось денег. В прошлом году я испугался, что все это дорого. Мы не пошли. Не, было закрыто, поэтому мы и не пошли, а? Я же испугался. Напрягся. Ну вот это начало пути. Вот такие здесь деревья вековые, наверное, парку очень много лет, и он охраняется государством. Первая достопримечательность экологической тропы — это Петренинский родник. Вот так он облагорожен. Вот такая беседка здесь. Тебе нормально, не тяжело? Не, нормально. Участок тропы в гору идет. Чуть немного позапыхали здесь. Ну вот мы дошли до пещеры монаха. Вот сейчас почитали табличку, а что это за пещера. Оказывается, непонятно, кто там жил, монах, не монах. Это было, запись сделал в 1910 году, один из монахов. Но в предыдущем видео я снял эту запись, то есть табличку, и вы можете подробно почитать, кто нашел. И описание этой пещеры. Ну вот лестница в эту пещеру. Сейчас посмотрим, что она из себя представляет. Ready?
Да мне страшно. Там так прохладно. Какой зимой прохладно. Маленькая. Большая? Да. Большая?